Добрый день, дорогие друзья! Мы снова встречаемся с вами после продолжительного перерыва. Все вернулись из отпуска, все живы, здоровы и, надеюсь, счастливы. Но надо узнать, какое сегодня число. Сегодня 3 июля 5780 года. Кстати, обратите внимание, с какой скоростью мы с вами приближаемся к Новому году. Начинается июль, это уже конец года. И понятно, что 3 июля это... Сейчас мы поговорим про недельную главу. Но прежде всего я хотел бы отметить, что 3 июля это, как известно, день смерти Рава Кука. И так как он родился тоже в июле, 16 июля, а умер 3 июля, то здесь действительно чувствуется какая-то целостность, тем более, что прожил ровно 70 лет. То есть чувствуется завершенность и целостность. И понятно, что мы с вами на протяжении всего года говорим о Рав Куке и его, не о нем, собственно говоря, а о его идеях, но раз уж сегодня 3 июля, стоит в двух словах упомянуть это кратко. В чем особенность Рава Кука? Особенность Рава Кука, на мой взгляд, заключается не в том, что он принес что-то новое в развитии еврейской мысли. Да, мы с вами видим на протяжении последних нескольких тысяч лет после завершения пророчества. Да? Сколько у нас нету пророчества уже? Малахи, скажем, 2500 лет, ну, грубо так, да? 2500. Вот с тех пор, как Малахи умер, кстати говоря, уже большое разочарование. Если вы читаете у Малахи, там такое разочарование. Принесите все. Да. Короче говоря, после Малахи мы с вами видим, что пророков больше не было. И на первый план вышли мудрецы Израиля. И они, в соответствии со своим временем, состоянием общества, состоянием мира, развивали и выявляли все новые и новые идеи из бесконечного источника иудаизма. И понятно, можно говорить о том, что делал Раби Акива, или там, я не знаю, можно прыгать по временам Рамбам, Бальшемто, Вильнский Гаон, Ари, что хотите. И понятно, что каждая из этих эпох и каждый из этих идейных лидеров раскрыл новую грань, новую сторону в иудаизме. А Рав Кук отличается тем, что он живет сознанием, жил сознанием того, что мы находимся в завершающей стадии истории. То есть история, как известно, она длится 6000 лет. Я имею в виду наша история, вот нынешняя, актуальная. Та история, в которой мы с вами функционируем. И эти 6000 лет подходят к концу потихонечку, да? 5780-й. Вот эта эпоха, в которой Рав Кук жил, эпоха научно-технической революции, когда весь мир стал глобальным, фактически одним глобальным пространством, когда культуры, идеи смешались, империи пали, и мир стал, в общем-то, одной такой, как говорят, глобальной деревней. И это привело к тому, да, и на фоне всего этого народ Израиля наконец-то возвращается к себе домой, на свое место в географии, на свое место в истории. И Рав Кук осознает очень ясно и четко, что мы являемся участниками завершающей стадии истории. И это касается не только развития истории народа Израиля, но и всего того развитие, раскрытие Тора, которое было на протяжении всех этих лет. И он понимает, у него это очень сильно чувствуется, что в наше время мы синтезируем, вы понимаете? То есть есть времена, которые выявляют что-то новое, что-то важное. Например, приведу вам пример Рамбам. Да? Рамбам в свое время объяснил идею иудаизма философским языком, используя терминологию философии Аристотеля. Понятно, что это было ново, да, с помощью философского языка, философской терминологии объяснить идеи пророков. Или, например, Бааль Шем Тов взял и применил идеи Каббалы к
к жизни, развитию, переживаниям индивидуальной человеческой души. Да. Это было новое, это было что-то новое, что он раскрыл. Понимаете, и вот так можно пройтись по всем этапам. Рав Кук не раскрывает еще чего-то нового. Он подводит итоги. Он живет тем, что мы сейчас синтезируем все те идеи, которые народ Израиля накопил и раскрыл на протяжении всех тысячелетий своего существования, начиная от выхода из Египта. И не только все эти идеи, но и все те идеи, которые накопило человечество. То есть для Рава Кука эпоха наша, эпоха Третьего Храма – это эпоха синтеза. Но это не означает, что просто-напросто взяли и привезли и свалили в кучу, да, все идеи. Нет, это не синтез, это просто свалка. А Рав Кук выстраивает именно синтетическую такую картину, в которой каждая идея имеет свое место и имеет свою роль, и не мешает, а дополняет других. Вот мне кажется, что это главное в его творчестве, то есть подведение итогов и синтезация, если можно так сказать, всех идей, которые накопил Израиль и человечество. Из чего Рав Кук исходит? Из того, что иудаизм с точки зрения идейной включает в себя все. Ведь мы провозглашаем единство Творца, да? Ашем Элогейну, Ашем Эхад. То есть он проявляется во всем. Раз он проявляется во всем, значит, каждой идее есть что-то ценное, и каждую идею эту ценную надо найти, выбрать и поставить в синтез общих идей. Мы с вами об этом очень много говорили, и еще будем говорить, я надеюсь, и поэтому я сейчас не хочу входить в подробности. Кстати, с точки зрения биографической, Рав Кук родился в Латвии, местечко, которое называется Гривна, я не знаю, где это сегодня. Даугавпилс. Даугавпилс? Окей. Где-то там. Сейчас, да. Двинск. Двинск, да. Короче говоря, в Латвии, то, что называется. И умер здесь Кирьят-Муше, буквально 200 метров от того места, где мы находимся. Здесь был санаторий для больных. Кирьят-Муше, как известно, был таким дачным поселком. Здесь были дачи, если можно так сказать. Это не был сегодня, это один из центральных районов нашего города. Вот это насчет 3 июля. Понятно, что эти вещи мы будем подробно и объясняли, и будем объяснять. Но мне, конечно, хотелось бы отметить это сегодня, 3 июля. Сегодня, вы знаете, что в день смерти душа человека, она снова возвращается в этот мир. И сегодня душа Рава Кука здесь, и мы это с вами должны использовать. Это бесконечное количество лет всегда возвращается. Значит, всегда, смотри, жизнь всегда. И возвращается. Всегда и не всегда. Поживем, увидим. Но 300 лет пройдет, считается, он возвращается. А почему нет? Смотри, я не специалист, потому что происходит с душой на всех этих этапах. Но в общей, в принципе, из традиции мы знаем, что душа там проходит такие возвышения и так далее, и так далее. Но в день, когда человек умирает, его душа здесь поэтому устраивается, и аскара, и все прочее. Это очень важно, потому что его идеи, его мысли, его мировоззрение, они в этот мир больше действуют в мире. Поэтому у времени есть качество, есть свойства, понимаете? Сегодня, а не вчера и не завтра. И поэтому сегодня вот это мировоззрение Рава Кука, оно вообще месяц июль, поскольку это вообще его месяц, действуют и помогают. И мне кажется, я всегда это повторяю, мне кажется, что главная задача, или, можно сказать, главная цель при изучении идейного наследия Рава Кука состоит не в том, чтобы научиться его цитировать, а в том, чтобы осознать, воспринять и применять на практике его принципы, его подходы. Но, повторяю, это не сегодняшняя тема. А мы с вами возвращаемся к книге Дворим. Вы помните, что книга Дворим – это книга очень невезучая. Почему?
Что она выпадает на каникулы. Что выпадает на каникулы. И мы с вами, зная заранее, почувствовав заранее эту опасность, постарались поговорить о некоторых первых главах книги «Дворим». Помните? И мы с вами, по-моему, даже обсуждали и главу «Шофти», и главу «Ре-э», помните? Да. И главу «Ваэтхана», и саму главу «Дворим». То есть надо сказать, что мы довольно эффективно с вами сумели таки охватить как раз те главы, которые кончились вчера. То есть вчера мы читали какую главу? «Шофти». И я помню очень хорошо, что мы эту главу обсуждали. Помните, мы даже рисовали, в том классе обсуждали, и рисовали мы с вами еще вот эту схему, помните, мешкан. Да. Кто помнит, это... Четыре ветви власти. Четыре ветви власти. Мем – это мелех. Мелех – царь. Ши – это шофти, судьи. Судьи. Каф – это коэн. И нун – это нави, пророк. Вот эти четыре ветви власти, которые нарисованы у нас в главе Шофти. И стоит повторить, какова цель вот этого разделения власти. Сегодняшняя либеральная демократия, она говорит, почему нужно разделять власти, там, исполнительную, судебную, законодательную. Чтобы... Но они уравновешивают друг друга. Это был риторический вопрос. А, да. Для чего эти власти распределены? Чтобы не было диктатур, и чтобы каждая ветвь, она как бы немножечко уравновешивала другую. И это верно, это правильно, но в Торе цель иная, более глубокая. В Торе цель такова, чтобы тебе было бы ясно, и всем было бы ясно, что когда в израильском царстве-государстве функционируют вот эти вот четыре ветви власти, то ясно, что ни один из них не является начальником абсолютно. Проблема, что они, конечно, перетягивают одеяло на себя часто, но если они функционируют в своих рамках, в своих областях, то тогда действительно царь, например, не лезет не в свои функции, и коэн не лезет не в свои функции и так далее, то тогда действительно у нас мы видим общество, в котором нет какого-то одного правителя. И всем ясно, что через эти различные институты власти Всевышний правит. А если есть какая-то власть, которую я все решил, я скажу, да, как все диктаторы, то понятно, что он застилает собой Всевышний. И проблема заключается в том, что никогда в нашей истории, к сожалению, не было вот этого равновесия. Потому что, ну, прежде всего, в пустыне этого равновесия не было по той простой причине, что Муше был всем. Муше был царем, Муше был коэном, Муше был пророком и Муше был судьей. После того, как эпоха Муше закончилась, он уже сам, вы помните, распределяет эти функции разным органам. Помните, 70 человек в Синедрии, Иешуа передает царские полномочия и так далее, и так далее. И 70 человек еще были и трое ему советовал. Не 70 человек, а распределили. Были судьи, судебная система. Да. А вот такой вот законоправящий, законодательный орган, он его, помните, в истории с мясом там было. Теперь я хочу сказать, что почему Муше совмещал все эти функции? Потому что в пустыне было совершенно очевидно, что Всевышний управляет Израилем. И то некоторые подумали, что Муше это божество, помните, в истории с тельцом. И так как было ясно, что Всевышний управляет Израилем, то не было опасности, что люди начнут обожествлять Муше. Наоборот, все время ему там, что о нем только не говорили, да? Но когда вошли в Эрец Кнаан, то нет такого откровенного присутствия Ашем. То есть оно не видно, оно есть, но его не видно. То есть нет чудес, там ман перестал падать, моря не рассекаются и так далее. И в этой ситуации, если у одного человека будет вся власть, то очень быстро он превратится в очередное божество. Да, это, кстати, и в современном мире мы с вами видим одна попытка за другой. Да?
Что я хотел? А, и поэтому, так как здесь есть такая опасность, то необходимо разделить власть. Но, к сожалению, у нас не было в истории периода, когда вот это действовало бы равновесие. Например, в первом храме кто играл главную роль и все решал в царстве государства? Царь. Давид сказал, Шломо сказал. Посмотрите, вы где-нибудь видите книги Мелахим, хоть упоминания о каких-то мудрецах, которые что-то там решают, заседают. Они просто стерты там. Понятно, что были какие-то? Ну, Коэн Агадоль был, правильно? Коэн Агадоль. Как звали главного Коэна во времена Шломо? Понятия не имеем. Ну, понятно, что были Коэны, они же служили в храме. Лём, мы знаем, какой Коэн был. Он ведь Цадока назначил. Ну, ты видишь, что они стерты там. А Шломо, он и царь, он и пророк, и вообще солнце народов, он и судит там. И да и Давид, в общем-то, не особенно с кем-то советовался, правда, Давид слушал пророка. Это великая его заслуга. Но мы с вами не видим, например, где там этот судебный орган мудрецов Санедрин, или как его ни назови, во времена Давида, мы что-то с лупы его не рассмотришь. Поэтому понятно, что во времена первого храма роль царя, она не только главная, она застилает всех других. И поэтому мы видим, с вами есть свои проблемы. Есть проблемы, да? Народом никто не занимается, и есть большие проблемы. Во втором храме, да, мудрецы решили взять воспитание народом в свои руки и прекратить это безобразие. И надо сказать, что удивительно, но фигура царя просто исчезла. Во втором храме мы долгое время жили даже не под своей властью, а под властью сначала, можете напомнить мне? Слабо. А? Второй храм. Под властью. А под чьей властью мы жили? А, Зарубавеля. Нет. Восстание. Первые 200 лет второго храма мы жили под чужой властью. Ага, зрители, Персия. Кореш. Персия, а потом? Рим. Вавилон. Нет. Александр Македонский. Персия, Греция. Между персами и Римом была Греция. Греки, они перед римлянами. Нахон? И поэтому мы видим, что там вообще сначала не было царской власти. Потом восстание Маккабим поставили царя. У нас была независимость, мы праздновали Хануку. И кто же стал нашим царем? Вернее, кто стали нашими царями? Коэн. Из династии Хашмонаим. И это было здорово, потому что они были главными борцами против эллинизма. Но кончилось это абсолютной эллинизацией, разложением и всякими нехорошими вещами. Очень плохо это кончилось, не хочу вспоминать. И мы видим, что вот эта власть коэнов, видите, как это характерно, коэны взяли власть. Во-первых, они были царями, вы же понимаете. Он же и коэн, они же и коэны, они же и цари. И плохо это кончилось, но даже после того, как царская династия Хашмонаим завершилась, вы помните, ее сменил Гордус со своими потомками. Что такое, кстати, Гордус? Роза. Роза. Гордус, Ирод, Роза. И при его потомках, кстати, один из его потомков, мы с вами часто ходим на его улицу делать покупки. Где мы часто делаем покупки? А? На какой улице? Агриппас. Улица Агриппас. Агриппас это на Шелке. Да, а с какой Агриппас? Если вы,
Если вы, там было несколько Агриппосов, если вы подойдете к перекрестку, где Агриппос заканчивается, начинается улица параллельная Кинг Джорджу, я не помню, как это называется, там на углу есть маленькая такая мемориальная досочка, я ее совсем недавно рассмотрел и прочитал. И там немножечко рассказывается об этом Агриппосе, что это, по-моему, вот я так их путаю, второй, по-моему, Агриппос, который, хотя и вырос в Риме, но был, в общем-то, относительно приличным. И поэтому в его честь назвали улицу Агриппос. А мы были на развалинах его дворца на севере, в городе Кесария Филиппа. Да, он владел Галанами и Галилеей. Вот мы были на развалинах. Okay, только проблема у меня всегда путаница, потому что есть разные и Агриппосы, и разные эти дворцы. Да, вот это там его место. Короче, не путать с другим Агриппосом, который был как раз совсем нехороший. Агриппос второй. Мы не хороший. Да, я думаю, что Агриппос второй хороший. Наоборот. Смешно. Короче, один я не буду. Один из Агриппосов первый хороший, а второй не очень. Тем не менее, повторяю, мы видим с вами, что после завершения династии Хашмонаим все равно фигура Коэна была очень доминирующей. То есть командовал там Ирод и его потомки разного качества, но фигура Коэна во втором храме была центральной. И поэтому вся борьба все время шла за то, в чьих руках будет этот пост. И было очень много Коэнов, невероятное количество, поскольку они долго не проживали. И среди них были большие проблемы, не будем говорить проблемы Коэнов. И интересно, что вот даже римляне в свое время контролировали и выдавали одежды главного Коэна тому, который им был выгоден, или тому, кто покупал. То есть, опять же, мы видим вот эту фигуру Коэна во втором храме, и цари были Коэнами, и после этого она перетягивала все на себя. Понимаете? Не было вот этого равновесия, ну потому что жизнь была такая. И поэтому то, что мы сегодня с вами возрождаем сегодня, наше еврейское царство-государство, израильское, оно является вот как раз опять полем для реализации вот этой уравновешенной идиллии, когда у нас с одной стороны государственная власть, с другой стороны судебная власть Тора, с третьей стороны Коэн и с четвертой стороны пророки, которые появятся. И здесь возникает море вопросов и проблем, потому что вы знаете, что царская власть, как известно, больше не существует. А раз сегодня мы про Рав Куку говорим, я скажу вам очень несколько важных слов именно по поводу Аллахи. Рав Кук анализировал эту ситуацию 100 лет назад, и он пришел к выводу, что полномочия царские в момент, когда царство прекращает существовать, например, римляне нас разогнали, разрушили царство государства, и нет больше царя. Да. Вопрос, куда ушли эти полномочия? Полномочия царя ушли к источнику этих полномочий. А кто источник полномочий царя по Аллахе? Народ. Вот это я хочу, чтобы мы с вами поняли. Поэтому, говорит Рав Кук, полномочия вернулись народу. В момент, когда нет царской власти, полномочия у тех возвращаются к тем, кто эти полномочия делегирует. И поэтому народ имеет право создать любые формы, виды или органы коллективной или индивидуальной власти, и эти органы будут обладать тем или иным объемом царских полномочий. Понимаете? То есть мне вернули эти полномочия, и я могу снова назначать и выбирать и определять ту власть, которая будет нами править, будь это власть индивидуальная или коллективная, и так далее, и так далее. Кстати, интересно... Когда не было пророков? А? Это уже когда не было пророков? Их и сегодня нет. Кстати, интересно, что с точки зрения Аллахи, я как раз вчера читал по этому поводу очень интересный
материал, собранный очень умными и знающими людьми. Там они приводят множество всяких мнений из мудрецов последних поколений по поводу полномочий государства Израиль, судебной системы. Это отдельная тема. Но интересно, что многие подчеркивают, что с точки зрения Аллахи гораздо более обоснованная власть – это не индивидуальная, а именно коллективная. Потому что ведь власть является функцией народа, то есть народ дает эту власть. Какая власть в наибольшей степени отражает желание народа? Какая-то индивидуальная, которая передается по наследству, или же коллективная, которая все время переизбирается? А вполне возможно, что именно коллективная форма, она более отражает, потому что народ когда-то выбрал одного товарища, да? Я не буду сейчас приводить актуальные примеры. А он потом сказал: все, государство – это я. Ну вы же меня выбрали когда-то, да? А с тех пор настроения у народа могут несколько меняться. Понимаете? То есть в этом плане это гораздо более, скажем так, уверенные, более легитимные полномочия, нежели когда-то мы назначили одного человека, и он там правит, тем более вы знаете, что в те времена власть передавалась по наследству. Ладно, вы выбрали, поставили, например, вам нравится Давид, да? Давида поставили, замечательно. А вы же не знаете, кто придет ему на смену. Да? Представьте себе, если бы на смену ему, и был такой момент, когда на смену ему пришел Авшалом. Давид замечательный, а Авшалом, как бы это сказать? Не совсем замечательный. Авшалома никто не помазал. Он сам себе пробовал. Иногда народ не пошел. Или, например, Дуниял. Представьте себе. Если все идет по плану, да, то действительно после смерти Давида, его первенец, как, например, Амнон мог стать, да, тоже Типус. Или, например, Авшалом по старшинству после него. Или Адониял по старшинству после него. Это должно было быть автоматически. И представляете себе, народ, который так любил Давида когда-то, получает вот этих вот персонажей, я не знаю, как их назвать. Понимаете? А что вы хотите? Вы же выбрали Давида. Вот моя династия. Тем более вы знаете, что и Всевышний сказал Давиду через пророков, что вот твоя династия будет вечно править. Правда, он там обосновал, что если им плохо будут вести, могут власть потерять. Но вы же понимаете, что человек приходит после Давида и говорит: ребята, у него все карты, у него все козыри на руках. Поэтому с точки зрения Аллахи гораздо более легитимным и справедливым выражением желания народа является демократическая система. Вы спросите, а всегда ли народ прав? Нет. Как в том случае, народ пошел за Авшаломом, и он был легитимным царем. Нет, конечно, народ может ошибаться и ошибается, но еще раз хочу повторить, что власть, политическая власть, царская или любая форма государственной власти, она является функцией, источником ее полномочий является народ. То есть у него должно быть большинство еврейского народа. Поэтому, если вы посмотрите, у Рамбама есть Аллаха по поводу того, какой же там вопрос разбирается. Не помню, какой там вопрос разбирается, но он приводит определение. Говорит, а вот мы говорим царство, государство, да? А где его определение? И он там приводит, что это любая власть, которую народ принимает, и у ней есть монополия на армию и монету. Но обратите внимание, что если общество не принимает власть, а вы скажете, что общество, имеется в виду большинство. Большинство, да, не можете, чтобы все были согласны, такого не бывает. Но большинство народа, если большинство народа не принимает власть, то согласно Аллахе
этой власти нельзя платить ей налогов, нельзя выполнять ее указания, потому что это не власть, а шайка бандитов, которые захватили власть. Многие так считают и сегодня. Ма. Просто они определяют ультраортодоксальные группы, которые считают, что общество это только они. А сядь, Аллаха считает, что общество народ Израиля. Вот представьте, опять же, возьму Авшалома. Да. Понятно, что Авшалом не является положительным персонажем. Но мы видим, что в момент, когда большинство Израиля пошло за Авшаломом, Давид перестал быть легитимным царем. И поэтому он потерял свои полномочия. И когда, например, он уходил, помните, он убегал из города, и за ним пришел тот самый... Через сколько? Как скажешь. Рекомендую. Еще 10 минут. И когда Давид убегал из города от этого самого Авшалома, помните, прибегает к нему Шими Бенгера и начинает его там проклинать и какими словами камни говорит, кидал, камни кидает. Царя. Авишай Бенцруя говорит, слушайте, я ничего не понимаю, что происходит? Что это за клоунада такая? Мы где, в Сиэтле или в Нью-Йорке? Я говорит, пойду сейчас сниму с него голову. А Давид говорит, не-не-не, Ашем сказал ему, ты не трогай. То есть мало того, что это наказание, которое Давид... Но, мудрецы говорят, почему он не сделал? Потому что он не имел полномочий. И поэтому, когда Давид вернулся, его приняли, весь народ его заново принял, и он снова стал царем, то Шими Бенгера первый прибежал назад и умолял не трогать его. Шими Бенгера не был дураком, он прекрасно понимал, что когда он поливал Давида грязью в буквальном переносном смысле слова, он понимал, что Давид, так как человек Давид, уважающий право, законы, то он не будет снимать с него голову. Если бы Шауль был на место Давида, он бы не стал разбираться, там есть у него право, нет его права. А Давид нет, Давид он человек честный, порядочный. Он у меня нет сейчас полномочий, не могу ничего с ним сделать. А когда полномочия вернулись, он прибежал и умолял, и Давид ему поклялся, что он его не тронет. Понимаете, это не просто так, потому что у него не было полномочий. Поэтому, повторяю, это очень, очень важная система. Теперь судебная система у нас, Синедрин, не существует сегодня. Система, которая судит по Торе. А почему она не существует? А она не существует, потому что прервались вот эти полномочия в давние времена, еще в римские, были попытки восстановить эти полномочия. Раби Йосеф Каро пытался восстановить это лет так 500 назад. В Цфате не получилось. Как сегодня заново восстановить полномочия Синедрина? Для этого нужно согласие всех ведущих мудрецов Израиля, чтобы они в отношении одного из них согласились, что с него начинаются снова эти полномочия. Теперь, как определять, кто ведущий? Вы же понимаете. И как все это вместе, и как всех согласиться, я не знаю. Я не знаю, как это реально, но когда-нибудь, я надеюсь, это будет. В любом случае, есть еще одна очень важная тема. Это соотношение судебной системы Торы, Синедрина, и судебной системы, которая есть у царя. Не забывайте, что у царя есть царские полномочия. И поэтому у государственной власти, как следствие этих полномочий, есть тоже свои судебные полномочия. И мне кажется, это важно, интересно поговорить об их взаимоотношениях, какие есть пути решения, но это уже мы с вами сделаем после перерыва. Пам-парабам-пам-пам-пам.